Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. День железнодорожника ежегодно отмечается в первое воскресенье августа. В этом году в Чите его решили провести накануне, в день ВДВ. Главным событием Дня железнодорожников стал вечерний концерт на площади имени Ленина, где выступили ветераны постсоветской попсы группа «Нана» и совсем молодой коллектив «Айова». Знаете, мы в честь праздника думали сюда поездом поехать в честь Дня железнодорожника, но решили этого не делать, потому что праздник бы не удался. С праздником! Огромче! Отлично, руки повыше и поем вместе! Коллективу «Нана» уже 25 лет. Они все так же прекрасны, задорны, раскрепощены. Они все с теми же песнями, которые четверть века назад сводили с ума многих женщин нашей необъятной родины. Они пели, танцевали, смеялись и просто развлекали толпу. Весь концерт ребята заряжали своим позитивным безумием. Мы передвигаемся, правда, на всем, ну и летаем. Сюда мы прилетели, а РЖД... Вообще, вот я лично люблю очень на поездах ездить. Ну, потому что как-то самолет побаиваюсь. Вот, а вообще сейчас поезда намного хорошие стали. Вообще и кондиционеры там, и всем, и чуть ли не стюарды приходят. Как они называются? Официантки в купе приходят, приносят еду тебе. Вот тебе кино, вот тебе покушать, вот тебе все. Так здорово, комфортно, уютно, здорово. Спасибо, РЖД. Сами артисты отзывались о поездах только позитивно, говоря, что с удовольствием пошли бы работать на железную дорогу. Если бы я не стал музыкантом, я бы стал железнодорожником. Да, мы бы стали совершенствовать поезда, установили бы там сауны, бассейны, в общем, все условия создали для того, чтобы комфортно было передвигаться. Вы сегодня, наверное, перевозите бабушек, чьих здоровы, наверное, очень много хорошего сделали, правильно? А группе «Айова» в поездах нравится отдыхать, поэтому в будущем ребята хотят посвятить песню работникам железной дороги. Также группа «Айова» поделилась впечатлениями о празднике, на котором удалось побывать. Неожиданно, мощно, тепло, потрясающе реагировали на все. Спасибо! Вы знаете... Мы так много в пути постоянно, гастрольный тур как начался, так и продолжается. И сейчас самый мой любимый транспорт, я не шучу, это поезда. Потому что в поездах можно поспать, попить чайку, развлечься. Да, правда. Поэтому я всегда радуюсь, когда в графике появляется поезд. Сейчас тяжело в перелетах, а в поездах, наоборот, отдыхаешь. Поэтому пускай процветает железная дорога, развивается, что она и делает успешно. Поэтому мы очень рады сегодня, что у нее сегодня праздник. 5000 человек пришли на концерт. Махали руками, хлопали, танцевали и просто наслаждались музыкой. Анастасия Дремова, Анна Хвостова. Специально для Забинфо.